И активно прокрашиваю ресницы черной тушью. Повторим все то же самое с другой стороны. Вот так. Макияж завершен. Здесь можно на любителя подобрать оттенок помады. Буду ждать от вас отзывы в комментариях, что вы придумали и какой вам оттенок больше подошел. Поэтому ответственность о губах оставлю на вас. До новых встреч, целую, пока!